Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Кофи. И со мной сегодня многоуважаемый Петрушочек Андрюша Энди Фай. И мы продолжаем играть на первом сервере с миром Гекапи. Ну чё, Андрюха, ты знаешь, что у нас сегодня будет? Олег, смотри, я живу на своей машине из реальной жизни, а ты на жопе просто. Ну и чё, на свадьбе тоже нормально. Вон солнышко печет, мне вообще по кайфу. Короче, друзья, сегодня у нас будет кое-что крутое. Мы уже это делали и решили повторить снова. Короче, сегодня у нас будут нагонялки. Мы будем угонять от наших подписчиков на вот этом розовом паршаке. И тот, кто первый сядет в нашу тачку, получает 300 тысяч баксов. Вот такие вот условия, максимально простые. Вот, я мы с Андрюхой пока сейчас сидим на парковочке. Вот, и ждем, собственно, того момента, когда администраторы объявят об данном мероприятии. И как только они объявят, мы сразу же стартуем и сразу же ждем, пока нас найдут. Вот, надеюсь, получится все не как было в прошлый раз, что у нас машина взорвалась. Вот, я валялся на асфальте. Надеюсь, такого не будет. Надеюсь, мы сегодня сможем продержаться еще больше, еще дольше. Ну что ж, друзья, ждем, короче, объявил и начинаем. Опа! Анда, что ты будешь делать-то, а? Итак, уважаемые игроки, сейчас состоится спецмероприятие, спонсором которого является, ну, как вы сами понимаете, Олег Кофи. Значит, вам нужно догнать Porsche Cayenne розового цвета в штате и сесть в него. Призовой фонд 300 тысяч баксов. Это что такое? Андрюха, слушай, что нас уже походу нашли, смотри, тут чел приехал. Так, Олег, как тебе запрыгивать или за тобой просто ехать? Ну тогда... Так и пусть, давай, я могу просто пока кругля наматывать здесь как бы на парковочке и все. А и давай всех знаю, на парковку. Я вообще не знаю, как нас так быстро нашли, но это реально какой-то просто бред. Мы стояли, мы, чтобы вы понимали, он приехал ровно через минуту, как пустили объявление. А давай посмотрим, что будет, давайте будем кататься-кататься, пока сюда куча народу не приедет, а смотри, что будет на парковке. Тогда, давай. Так реально будет как муравейник, и в конце ты просто выпрыгнешь, короче, вот сюда на трамплин. Да, я так и планировал. Я думаю, что здесь начал, конечно же, здесь. Друзья, я специально, ну, как бы перекрасил, сами понимаете, Porsche в такой более выделяющийся цвет, в розовый, чтобы нас сразу могли распознать, если что, да? А, нет. Слушай, Андрюха, он меня пытается таранить. Он пытается к тебе сесть, типа? Не, ну он, да, он, я остановился, он выходил из тачки. Он хочет сесть в машину. Но не сегодня, чувак. Так, кстати, а, ты, сядь-то ко мне, сядь ко мне в тачку. Давай, давай, ладно, сядь давай. Ко мне в тачку. И ты будешь тем самым победителем. Да, давай, давай, выиграй, у нас это нормально. Ёбаная постанова. Постанову запишем, да. Так, Андрей, только смотри. Надо сесть как-нибудь так, ты делаешь сейчас? Я на спуске вон здесь стою внизу. Я возле трамплина, давай. Садись. Так, самое главное, чтобы тот чел сейчас не сбил. Давай. Так, машина. Быстрее. Давай, поехали. Так, я тачку, подожди, сейчас проверю, тачка открыта или закрыта. Так, ну вроде... Так, все, тачка открыта. Значит, смотрите, еще раз, друзья, расскажу вам. Первый, кто садится в нашу тачку, тот и выигрывает. Долго мы с этим челом будем кататься здесь или нет, я не понимаю. Я хочу муравейник. Я тоже хочу. Ну, блин, слышишь, 300 тысяч – это огромные деньги. Вот за такое вот приучается мероприятие. Я сейчас один заблочит и сядет, я вообще охуй. Блин, все, короче, будем пока здесь кататься, ребята, ждем, пока кто-нибудь приедет. Так, а вот и первая подсказка. Олег Кофи находится в парковке в аэропорту Лос-Анджелеса. Ну что он делает-то, а? Да реально куда агрессивный. Да дай покататься нам, что ты начинаешь-то, ну сразу так, а? Таранится-то, а? Бортоваться. Он сразу там ебался вот. Ай, смотри, видишь, как просто обманываю это как. Нам, смотришь, Андрюх, нам обязательно нужно будет заехать, мне кажется, починить нашу тачку 100%. А то она уже покоцывалась, просто в прошлый раз все закончилось тем, что у нас просто машина не выдержала и взорвалась. То есть она была просто настолько сильно уничтожена, что как бы это. О, там еще кто-то поднимается, по-моему, погоди. Поднимается? Стой, стой, по-моему, да. Да. А Паршок? О, нифига себе! Бля, а вот так, плохо, нет. Кстати, ну тут он что зря делает. Сейчас мы будем уже уезжать отсюда? Давай, давай, чё? Да чё вы делаете-то, товарищи, товарищи, успокойтесь, товарищи. Тихо. Не, Андрюх, нам, короче, мне кажется, нужно сваливать отсюда. Вертолет сдуло! О, смотри, сколько снизу тачек! Снизу едут. Тихо, стой! Уезжаем. Андрюша, уезжаем. Все, пора сваливать. Пора, вот его сейчас реально пора. Вау, блин. Блин. О, нормально. Ты смотри, сколько людей. Олег, смотри, трамплин, можно на трамплин залететь. Да нам не нужен трамплин. Нам нужно сваливать. Вот, смотри, нужно просто уехать. Ты можешь через него уйти. Нифига себе. Подожди, Андрей, все, не уезжаем. Нам срочно нужно починиться, просто срочно. Мы имеем право, да? Да, ну конечно, правило. А вы есть прятаться там? Ну как уехать отсюда, я не знаю, у меня все начинает подлагивать. Это просто жесть какая-то. Это ужас, Андрей.
Олег, все хотят 300 тысяч. Так, ладно. Все, надо... Да что такое? Мы выйдем отсюда? Да. Ты уверен? А что с тобой происходит? О, давай. Да что ты, ну хватит! У меня так капец все лагает, Андрей! Андрей, сколько тачек! Андрей, ты Олег, зря мы там сидели, блядь, так долго. Сколько машин! Пожалуйста. Да Мерседес не пускает, ешь. Пожалуйста, пропустите, чуваки. Просто едь, Олег, просто прямо. Нам просто до тюнинга доехать надо, и все. Пожалуйста, все. Все. У меня это сейчас... Блин! Блядь, кто эту пальму посадил здесь, блядь? Да, я не знаю. Да ну пожалуйста! Андрей, нам все. Это как. Андрей, все, это последняя наша. Ну, она просто в жопу. Быстрее заезжай. Бля, Олег, если заедешь, ты уже не выйдешь оттуда. Не, выйду. Как? Ну как-нибудь постараюсь. Да что делаю? Мне кажется, вообще не заедешь даже туда. Андрей, это жесть просто какая. Я сейчас воду просто скинуть, Олег. А кстати, да, реально. Нельзя, надо уезжать отсюда. Ты смотри, сколько тачек! Они кричат, воду его давайте. Нет. Пожалуйста, не воду, пожалуйста. Так, а как мы определим победителей, если они воду столкнут? Надо же сесть в машину, а не воду столкнуть. Что они делают? Да все! Да, давай, воду. Тачка горит! Андрей, тачка, кто первый сядет? А, подожди, стоп, машину сейчас не сесть, да, по-моему? Или подожди, или как? Можно. Все, есть, 957-й, 957-й ID. Он все первый, да. 957-й ID, зафиксировано. Короче, я думаю, что мы сделаем еще сейчас второй раунд. А пока я сейчас поговорю с победителем, 957-й ID выиграл. Он победил, так что мы сейчас с ним быстренько отойдем, я ему денежку отдам, и мы снова продолжим. Так, ну что, поздравляю тебя тогда, ты победил, ты первый, кто сел в автомобиль, это конечно, было просто жесть, я не знаю. Вас было очень-очень много, в прошлый раз как-то было поменьше, на самом деле, людей. Вот, поэтому все, братан, я тебя поздравляю. Ну все, я пошел, пока. Спасибо. Ну ладно, я шучу. Так, давай я тебе сейчас приз быстренько передам. Красавчик, ты молодец, первый, кто залез в тачку. Так, принимай обмен. Так, сейчас, друзья, быстренько ему 300 тысяч передаем. Все. Так, принимай. Все, еще раз поздравляю тебя, ты красава. А мне можно утешительный приз? Чего еще раз? Можно мне утешительный приз? Ну не, утешительный приз. Сейчас второй раунд будет, сейчас будет второй раунд, так что будет еще возможность поучаствовать. Так, Андрюш, сейчас у нас будет второй раунд. Я понимаю, Олег, да, соберись. Мы, ребята, поменяли тачку, теперь мы едем на М5, понимаете, компетишн, вот. Поэтому сейчас наша тачка будет гораздо быстрее, и мы начинаем не в городе, потому что в городе началась была большая ошибка, потому что там сразу скопилось очень много людей, особенно столько людей приехало с БУшки сразу. Вот, непонятно, да, вообще. Этап спецмероприятия от LEGO Coffee. В этот раз вам нужно поймать BMW M5 F90 красного цвета. Напоминаем условия, вам необходимо сесть в машину, стрельба запрещена. Так, я сразу открываю тачку. Или как смайлик в конце. Подожди, что, уже сразу? Да. Подожди. Это кто? Что, сразу вот так? Ну, ага, вот он выходит, блядь. Короче, Андрюха, все, поехали. Банкир тоже участвует. Офигеть. Не, я сразу просто сваливаю из города, потому что ну его нафиг реально. Все, мы просто... Это что там слева такое? Бедный инкассатор. Просто сваливаем с города. И у тебя такой стоит. Просто подальше. Нас, кстати, видишь сзади, кто едет? Даже М5 едет. Бля, Олег, все, это пиздец. Сейчас начнется борьба. Мы едем нормально, уверенно, Андрей. Уверенно едем пока. Все хорошо. А если кто-то пострадает, Олег? Кто пострадает? Кто может пострадать? Скажи, пожалуйста. Если кого-то задавят, давка начнет. Нет, ты что? Давка уже была, Андрей. Давка уже была. Так, ты пристегнулся? На всякий случай пристегнись, Андрей, потому что... Так, я вот отстегнулся, сейчас надо пристегнуться. Да давай, пристегивайся, ну! Тоже, у меня тоже не пристегивается. Так у тебя он и так пристегнул, вот он у тебя пристегнулся. Вот сейчас нет. Отстегнул ремень. Вот а как ты это видишь? Вот, все, я пристегнулся. Так, а как ты видел, я пристегнул или нет? В чате пишут, а как нас М5 догоняет так быстро? Олег, подрезай. Не, погоди. Надо, Олег, надо, денег. Погоди. Так, вот там уже еще, откуда люди знают, куда ехать, они из тоннеля выезжают. Так, сейчас аккуратно надо войти вот этот поворот. Че, Олег, едет машина, да? Да, нормально. Ой, Ваня разложился, Олег. Мы сейчас поедем обратно в сторону. Потому что там по-любому. Так, Андрей. Ой, смотри. Нормально, я же говорю, надо было ехать в обратную сторону. Мы сделали с тобой сейчас все правильно, Андрей, что развернулись. Так что все, давай едем. А сколько раз, Олег, сколько там это приз, какой будет? 300 тысяч также. Все, я отдал первому чуваку 300 тысяч и... Так, вот Мерседес еще слева. Бля.
Ты объехал? Тихо. Ой, ну, бля. Ну, как сказать, объехал. Нормально. Четко. У. Бля. Тихо. Лучше бы я сел за руль. Кстати, Ешка конкурент. Ешка, по-моему, даже быстрее едет на сервере. Да. Да, у него, максималка 340, у нас там максималка 320 или 330. Надо, короче, топить, Андрей, надо газовать реально. Ты, Олег, еще берешь и подрезаешь. Я? Нет, я никого не подрезал, ты чего? Или, типа, надо подрезать? Надо. Ну, надо, так-то, да. Чтобы денег не отдавать? Ну, конечно. Так-то 300 тысяч реально большие деньги, друзья. Что лучше, вот так вот так, знаете, испытать свою удачу, и вдруг реально получится, или на работу отгорпается несколько часов? А 300 тысяч это из этой, из одежды, да? Да, конечно. Из бизнеса, блядь? Ну да. Бля, не хуёмте. Ребята, это мероприятие спонсировано именно вами, так что вам спасибо большое за это. Вы вынесли, вы забрали. Да. У! Там чел на встречку ехал. Да, он прям вообще до рубашки родился. Так, Андрей, нам бы по-хорошему реально заехать бы, наверное, починить нашу точилу. Я предлагаю развернуться сейчас где-нибудь вот здесь вот. Не-не, да нормально, да поехали в город, нас там не найдут, давай. Они пока не знают, что здесь. Здравствуйте, найдут, ты чё? Да нет, я просто там ремонт заехал. Найдут в городе, найдут! Наоборот! Сейчас мы тебе сделаем, в ремонт надо заехать. Ты видишь, что здесь людей нет практически? Нормально. Так суицы нету, ты посмотри, сколько их. Да, они все тебя сейчас не догонят. Да догонят, погоди. Сейчас я машину починю, и после этого пойдем в город, хорошо? Давай. Просто я хочу починить тачку в более безопасном месте, понимаешь? Там так, достаточно... А вот это кто такие? А вот это кто? Ты смотри, что делают, а? Там и так достаточно безопасно. Тихо. Так, вот здесь по тормозам. Сейчас под жопу дадут. Либо мы сами уберемся. Подожди! Тихо, пацаны, тихо. Так, Андрю, короче, сейчас просто заезжаем и все. А здесь еще дом продается, нифига себе. Где? Да, вон здесь справа. Один дом. Купить. Вон там еще спереди дома продаются. Так, все, сейчас заезжаем, чинимся и уезжаем. Быстрее. Ой, блядь. Тихо. Быстрее. Так, чиним тачку, уезжаем. Оп. Оп, до свидания, пацаны. Все, Андрей, едем в город. Я тяну специально время, чтобы, 300 тысяч большие деньги. Нас в прошлый раз нашли за 5 минут. 5 минут, за 5 минут 30 тысяч. Так а сколько надо времени проехать, чтобы мы деньги никому не давали? Будем уже по обстоятельствам там решать, как все. Ты что, на Ричмонд едешь? Нет, в смысле, Ричмонд в другой стороне. Фига ее закидывает, блин, меня что-то на самом деле, я как-то не знал, что М5 так наваливает хорошо. Уверен, на самом деле едет, мне еще нравится, как ее на такой скорости, да, ебашим в поворот. 300 км в час, уже хорошо едем. Так, вот здесь вот. А, это мы к казино подъезжаем. Да. Ну, может, я за руль сяду? Нет, ты что? Я лучше управляю машиной. Какой? Давай, смотри, если хочешь порулить, то мы можем сделать третий раунд. Ты будешь наваливать чисто ты, Андрей. Ага, за свои бабки, да? Ну, за мои деньги. Помози! Фига здесь лагает, что такое лагает здесь? А, там тачек. Да, казино, там тачек до хрена. Я катаюсь пока вокруг одного и того же района. О, надо на стадион заехать, там кругаля, да? Нет, там в ловушке. Да ну не ссы ты, а что ты такая девочка? В смысле? Андрей, вот твои 300 тысяч будет на кону? Ой, блядь. Олег, кофе, притормози, пожалуйста. Не-не-не, стой. Да, Олег, кофе. Быстрее, надо, быстрее. Олег, ехать в город, быстрее, всех обманывать, булочки маленькие так, а заезжать. Так, вот, кстати, Порш нас должен спокойно нагонять вообще. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, тихо. Ты посмотри, какие тачки гоняют. Ты видишь вообще, не? Олег. Одни Поршаки, это BMW, это Mercedes, реально. О, за нами Андрей Срику конвой едет. Ой, бля. Ты видишь, сколько тачек едет, Андрей? Там разбиваются люди, в лобаш друг бьются. Да, конечно. Так, Порш нас начинает догонять. Так, Порш надо, короче, убивать, нахуй. Это очень плохо, Андрей. Так, ладно. Подрезай. Так, нет, плохой маневр. Так. О! Просто настолько это было в сантиметре от нас, наверное. Это жесть. Нахрена столько людей едут? Я вообще не знаю, Андрей, мне так страшно, если честно. Понимаю, что в любую секунду мы можем в лобаш Олег, просто вот так вот затащи делать. Всех на чили, а прикинь, какая сразу начнется падение. Кстати, какие. Да, давай. Может, и там тебя, скорее всего, не смогут зажать, потому что будешь вниз катиться. Там, да. Так-то да. Может, ты будешь скатываться можно вниз. Можно чисто потянуть время. Ну хотя на Чили это реально ехать, там только время тянуть. Поэтому я лучше по дороге буду ехать. Понимаешь, я еду, я соблюдаю ПДД. Так ты прикинь, как люди будут с тобой забираться и потом скатываться. Я поставил тачку на круиз-контроль, мы едем 320, так вот спокойненько, аккуратненько, понимаешь. Ач, во встречку выехали и все. И спрячься в тоннеле, все, и стой там. Смотри, да никто с тобой не догадается так ехать сюда, все, прячься. Мы разворачиваемся, и тот Порш, который ехал, он поймет такое, что и развернулись. Смотри, сейчас будем смотреть встречный поток, сколько машин едет. Ну да, давай. Давай, посмотрим внизу.
Ну, а так, мне кажется... Посмотри, тачки перебили. Там Мерседес, вот Мерс с нами, Ешка с нами едет. Мне кажется, надо просто на встречку выехать. О! Откуда они на встречке едут? Не знаю, Андрей, не знаю. Зачем они сворачиваются? Вообще не знаю. Мне кажется, у них есть какой-то информатор, знаешь, что-то типа того. Ну да, в виде админа, блядь. Ну да. Мы теперь можем ехать в казино снова. Да, так и сделаем, давай так и сделаем. Ты не хочешь в город заехать и в маленькие улочки покататься? Ты чё, нас там зажмут. Да не зажмут. Нас там сразу зажмут. Ты просто ездить не умеешь, я профессионал. Да, конечно, Андрей. Вот это, я надеюсь, не участник? Я надеюсь, что он не будет за нами ехать. Я очень сильно надеюсь, иначе... Мы его обогнали очень сильно. Ищу человека с инициалами Олег. По-моему, он как бы Олег, да. По-моему, он хочет тебя это... Не, он... Домая, он там орёт. Ты слышал, Олег? Не, я не слышал. Меня чат лагает. Подожди, а это он нам типа сказал, а мы-то же ничего не делали. Чиро, он за нами едет, реально. Он развернулся, он развернулся. Бля, Олег, дело плохо. Ну на Чироне мне интересно, такой богатый есть. Зачем ему 300 тысяч вообще нужны, я не понимаю. Раз он на Чироне гоняет. На мороженое, Олег, на мороженое. Ну поехали, короче, реально в город заедем. Так уж быть, Андрюш, твоя взяла. Поехали. Ну, блядь. Что такое? Ой, мини-купер... мини-купер нас подрезает, видишь? Мини-купер жесткая тачка. Она очень маневренная и быстрая. Тебе надо, Олег, когда мансить от нее. Сейчас я улочку вспоминаю, по которой мы сможем поехать. Давай в починку, поехали. Здесь как раз в городе, Лос-Анджелес, Касмос, поехали. Блять. У нас, кстати, мало шансов уехать. Ну, а Чирона, да. А Чирона, конечно. Так, ты уверен, если у нас тупика, да, тупика не будет? Тупика. Вот, видишь, как ты по улочкам маленьким наебываешь? Ну, вот и все, поехали, аккуратненько. И никто тебя вообще здесь не найдет никогда в жизни. Ну, конечно. Все, мы избавились, по-моему, от кого-то. Да, изи. Мы от Чирона не избавимся. Он за нами прямо? Да, он за нами едет. Бля. Сейчас сделаем здесь круг небольшой такой. И кроки там, и мусорки. Блин, плохо, тихо, аккуратно. Блин, ну у них, конечно, тачка поманевреннее, побыстрее. Им же, конечно, эти догонять нас вообще. Резко заехал, починил, быстро нажал ремонт, и тут же выехал. Так, да. БМВ такая выехала. Давай, быстро. Почини. Ремонт, все, выезжай. Выезжаем. Пока никто не вышел там. Давай, гони. О, видишь, четко. Оп. Да я даже не газую особо. Блин, мне кажется, короче, надо на трассу возвращаться. Поехали на дорогу смерти. Да там нас точно никто не поймает. А, я понял. Ну не, на дороге смерти как раз-таки там лобовые столкновения бывают раз в минуту. Так что, Андрей, нас там 100% поймают. Да реально, как нам... Все начинается, Андрей. Все начинается. Выезжаем. Газуй, Олег, на дорогу смерти, выезжай. Олег, давай, все, давай. Все, сейчас начнется погоня, пиздец, Олег. Все, Андрей. Вот теперь начинаются гонки. Вот теперь реально начинаются гонки. Так, сейчас буга тебя подрежет, вот это вот и все. Ой, бля. Нормально. Ебать, там рвено. Видел, он, пацан, за кусты вылетел? Да. Все, хорошо, что мы починили машину, Андрей, это очень хорошо. Тихо. Нормально? А у водителей грузовиков какие шансы вообще на победу? Он же не выскочит так быстро. Мне кажется, они просто уворачивались от ебанутых. Ой! Так, развернули Чирон. И в дерево, ну какое дерево-то? Конкретно вообще бугай. Тихо. Я хочу, чтобы, знаешь, чтобы банкир проехал и собрал всех, кто там едет. Это будет самое охуенное. Блин, я очень кайфую просто от этих мероприятий, на самом деле. Друзья, если вы хотите почаще, чтобы они были, то ставьте, конечно же, лайк. Так, вот здесь самое главное не улететь там сейчас. Сейчас Чирон улетит, смотри. Вова Кофе валялся, я знаю этого чувака. Я с ним гонял вчера. Это подписчик, я с ним вчера играл. А я и на военку. Не, на военку нельзя, это на НРП. Хотя, по сути, это мероприятие тоже на НРП, но все равно, как бы, не будем нарушать покой армейцев, как бы, да? Вот, будем соблюдать порядок. Они у них волосы дыбом на голове станут. Смотри, Чирон просто догоняет нас. Он сейчас тебя рано или поздно. Он сейчас либо подрежет, тормозим. Либо отправит тебя в воду, реально. Или ты его можешь подрезать. Тихо, вот сейчас самое главное не улететь отсюда. Аккуратно. Давай посмотрим, сколько людей здесь улетит. Просто ради интереса. Ну, я думаю, что все тормозят, мне кажется. Да не. Смотри, раз. Серьезно? Че, никто даже не вылетел, что ли? Мне кажется, все отстали вообще уже. Поехали в обратную сторону. У нас слишком мощная машина для них. Не, на паршаке. На паршаке было слишком просто, потому что он не наваливал так, как наваливает Бэха. Видишь? Поэтому мы усложнили, конечно. О! Один проехал. Два уже проехал. Три, четыре. О, блин! Андрей!
Тихо. Посматриваю назад, что сзади происходит, а на ребенок, это жесть. А это что такое? О! Олег, вместе с ними не поток. Тачка дымит голову. А! Нет! Нет! Хорошо, столбик засейвил. Смотри, сколько дачи! Андрей, все! Финита ля конец! Нормально, нормально, живем. Все, нет, тачка загорелась. Машина горит. Тачка загорелась. Живем. Давай я паркануюсь, кто первый подойдет сейчас к нам. Не знаю, кто первый сейчас сядет в тачку. Все, я паркуюсь. Кто первый сейчас сядет к нам в тачку. Ну быстрее, соображайте, давайте, ну! Да все, тачка взорвалась. Бабах. Тачка взорвалась. Сейчас кто первый подбежит ко мне, тот и победит. Да нафига вы давите-то, нафига? Что здесь происходит? Это он? Олег, это пиздец, просто тачки летят друг на друга, бля. Не знаю, я в больнице. Короче, друзья, я попросил, чтобы администраторы меня тпшнули. Кто первый сейчас подбежит ко мне и встанет рядом со мной, тот и побеждает. Поебал внизу. Все, я лежу внизу, я умер. Все, кто первый сейчас падает вниз так же и приземляется рядом со мной, тот и побеждает и выигрывает 300 тысяч баксов. Ну давайте, я никого не вижу. Давай, кто-нибудь один. Ну. Андрей, тело рядом со мной бежит, лежит, да он умер. Они все падают вниз, и они умирают. О-о-о, Андрюха, привет. Ну давай, говно, ну вот он, я лежу, давай, быстрее. Вот он, смотри, водитель подъезжает. Вот, вот, давай, подходи ко мне. Не понимаю. Да чё он? Скажи ему, чтобы он подошел ко мне. Ты можешь подойти и забрать деньги. Да, давай, все, ну. Да, все, ты победил, все, победил, вот, все, ты подошел, вот, подошел. Так, ну что ж, у нас есть второй победитель, это Феликс Квинс, 802 ID. Сейчас мы с ним отойдем, и я ему передаду приз. Так, все, бро, поздравляю тебя, ты победил. Сейчас я передам тебе деньги. Принимай обмен. Так, и что ж, друзья, у нас есть второй победитель, 300 тысяч баксов. Все, отправляю, все честно, все законно, никаких постанов. Все, все, спасибо большое за участие, ты красавчик. Давай, удачи. Поздравляю, давай. Ну что ж, друзья, на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравился этот видос. Сегодня было очень крутое мероприятие, очень долгое мероприятие. Мы сделали аж целых 2 раунда, разыграли сегодня 600 тысяч между участниками. И это было реально очень круто, особенно когда вот эти все ДТП, столько тачек, это вообще что-то с чем-то. Вот, обязательно будут еще такие мероприятия, поэтому обязательно следите за новостями, играйте на сервере. Вот, и на этом сегодня все. Не забывайте пользоваться нашим промокодом, ребят. Если кто не знает, как воспользоваться промокодом на сервере, заходите на сервер, нажимаете на кнопочку F2. Далее переходите во вкладку «Реферальная система». Здесь выводите промокод «Кофе» либо промокод «PL-NNQ». И этот промокод дает вам большой бонус при достижении определенного уровня в игре. Ну что ж, на этом сегодня все. Огромное спасибо всем тем, кто заюзал промокод. Вот это прям отдельный респект. Вы красавчики, ребята, вы лучшие. Вот, спасибо большое тем, кто пользуется моим бизнесом. Напоминаю, что я владею магазином одежды, который находится на пляже. Вот, и на спавне. Да вот, все, все, хватит рекламы, все, да, хватит, все, все. Короче, друзья, все призывы. Рекламится, тут пиарится. Не забывайте подписываться на все наши каналы. С вами сегодня были, как всегда, Кофе и Андрюша Дефай. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока.